сюда. Великолепно. И такое великолепие спрятано от мира. Как мы туда попадем? Прыгай! Тут глубоко. Хорошо. Пошла первой, спасибо. Пожалуйста. Эй, все нормально? Извини, просто надо привести голову в порядок и... Эй! На один раз! Господи, какого черта? Ну, голову освежила? А, не умничай! Все, я за тобой слежу. Да уж, тут узковато. Привет. У вас прекрасный город. Можно на веревке. Тут все затопило. Тут вверх двери. Пойдем. Так. Осторожненько. О. Что? В уши вода попала. Это мерзко. Сейчас бы полотенце. Бог мой. Ты это видишь? На этом этапе у меня уже нет слов. Лопни мои глаза.
Подойдет. Что это вообще за место? Тронный зал. Место, чтобы припрятать драгоценный берег. Хорошо бы. Я вижу там лестницу наверх, но она почти вся сломана. Надо как-то подняться. Черт, кое-что поняла. Но я догадываюсь. Что нам скоро нужен будет диск? Именно. Ну, пока не найдем Асава, делать нечего. Или он не найдет нас. Сюда, Надин. Хорошо. Ага, что-то получается. Я вижу еще несколько рычагов вокруг. Попробую крутануть. Рука движется. А точнее. Может, это из-за размера статуи? Но я только сейчас заметила, что ушивы королевская кобра как ожерелье. Это Васуки, царь нагов. Эти существа принимали форму королевских кобр. Это символ контроля над страхом и смертью. Хм. Кобра — это вообще моя любимая змея. А у меня нет любимых змей. Хм. Что это там, наверху? Не все сразу. Хорошо. Хорошо. Что теперь? Нужно сделать что-то еще. Только бы понять, что именно. Ага. Прямо по курсу еще рычаг. Ого. Ты это видела? Я видела. Я лучше продолжу. Назад дороги нет. О, нет! О, нет, нет, нет! Держись! Прекрасный совет! А, еле проскочила. Чуть без штанов не осталось. Ух ты! Отсюда мой дом видно. Сейчас спущусь. А, а, тут скользко. Прекрасно. Спасибо. Ага. Ну вот. Хорошо. Этот мой. Опускаем барабан Шивы. О, этот похож на трезубец. Поскорей. Прыгай на барабан. Это не песочные часы. Это барабан в форме часов. О, черт, началось! Держись!
А теперь включим воду с этой стороны. Ну что? Теперь вода льется с обеих сторон. Смотри. О! Попробуем. Получилось? Сейчас узнаем. Свет падает вон на ту статую. Похоже, это не все. Если хайсальцы хотели что-то спрятать, они подходили к делу серьезно. И что теперь? А, ну вот. Штука, что она держит, это призрак. Вроде верно. Ага. Так, теперь... Другие две. Ты была права. Ну, конечно. А в чем? Ну, в том месте со статуями и топорами. Ты сказала, Бог Троицы. Три конца у трезубца. Свет делится на три луча. Свет бьет в статую, но ничего не происходит. Смотри, статуя не на том месте. А, ясно. Надин, будь зайкой. Да уж поняла. Ага, спасибо. Теперь другая сторона. Вот черт, это сломано. Покажи. Погоди. Сможешь? Ага. Вот. Ты великолепная статуя. Давай уже. Эта штука тяжелая. Ага. Осторожно. Уступ на вид хлипкий. Поняла.